Считаю, что единственная льгота, которая необходима для белорусских музыкантов, я имею в виду и рок-музыкантов в том числе, это отмена позорных совершенно гастрольных удостоверений этой практики. То есть белорусский музыкант не должен получать гастрольные удостоверения. Российские, украинские, какое угодно, но не белорусские. Для того, чтобы мне провести концерт в маленьком, крохотном клубчике, я должен получать гастрольное удостоверение. Я должен унижаться. И еще не факт, что мне его дадут. Могут не дать по разным причинам. Цвет глаз не понравится. А кто принимает все, это решение? Какие-то большие дядьки. Министерство культуры. Для того, чтобы мне провести концерт, заседает какая-то комиссия. Это просто позор, это бред, это жуть. Это очень важный момент. И за всю программу наконец-то мы услышали то, с чем нужно конкретно работать. Я искренне надеюсь, что те, от кого это зависит, а мне кажется, это какое-то управление культурой обязательно. Мне кажется, они такие программы должны смотреть. Господа, задумайтесь над этим. Это действительно очень серьезная тема, серьезный вопрос. И это действительно оскорбляет наших артистов и ставит их вот точно в неравные условия. Спасибо, Александр.